пятницу Крым остался без Макдональдсов. Подобные действия носят явно политический характер. Однако по официальной версии рестораны опасаются беспорядков около своих пунктов питания. Под сокращение попали 500 сотрудников. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский считает, что такой поворот событий на руку не только крымчанам, но и всем жителям страны. А потому по всей России ЛДПРовцы вышли на пикеты, в том числе и в Иванове. По их мнению, повсеместное закрытие Макдональдсов урона экономике страны не нанесет, а вот здоровье у граждан прибавится. В данной тяжелой политической ситуации, которая сейчас у нас в стране и по всему миру, такие представительства европейских компаний являются одним из рычагов давления на экономику России. Поэтому мы призываем и граждан отказаться от приема пищи, и руководителей данной сети закрыть свои точки по всей России, так же, как они сделали это в Крыму сегодня.